Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом, называется Tron AD Profit. Проект абсолютно без вложений, и будем собирать криптомонетку Tron. Это букс, но здесь можно покупать апгрейд и смарт-контракты. Я эту часть вам объяснять ничего не буду. Я вам покажу только как букс, заработок без вложений и как рекламная площадка. Так как здесь очень и очень дешевая реклама. Зашла я в этот проект вчера. Здесь вот вся статистика идет. Вот это сами все переведете, почитаете. Опустимся ниже. Здесь есть вопросы-ответы. Вот, пожалуйста. Изучайте, переводите на русский язык вот здесь. И изучайте. Минимальный вывод отсюда. 1 TRX. Здесь неплохо так это на просмотре сайтов. Все очень легко просматривается. И можно быстро насобирать. Регистрация, друзья, вот здесь, кого заинтересует, ссылочка будет в описании под видео. Кликаем Sign Up, прописываем имя, фамилия, username, email, еще раз email. Так, здесь у нас указываем страну, два раза пароль, разгадываем капчу вот эту, галочка стоит, нажимаем регистрация. Вам на почту придет письмо. Подтверждайте адрес электронной почты. И заходите в кабинет. Такая капча. 5N. Вход по логину и паролю. Попали в кабинет. Значит, у меня членство стандартное. Я здесь ничего не покупала и не собираюсь покупать. Как я сказала, заработок абсолютно без вложений. Нам дают при регистрации столько монет Tron. Бонус как бы, да? Это мой вчерашний доход. Я вчера зашла, естественно, я просмотрела рекламку. Только у меня было не 0.03, а 0.02. Я считаю, за просмотр рекламки это неплохой доход. Это я вчера уже дала рекламку, и ко мне пришли партнеры, то есть рефералы. Ну, это наша домашняя страничка. Это тут показано членство. Апгрейд я рассматривать не буду. Кому интересно, сами разбирайтесь. Я же, как сказала, буду показывать вам заработок без вложений. Это баланс вывода. Если мы кликнем «Вывод», нам пишут «Минимальный вывод на 1 TRX». Здесь можно выводить и на Pair в долларах, можно на FaucetPay. Здесь много платежных систем. Это рекламный баланс. Здесь кликаем депозит, а я буду здесь рекламить проекты. И можно как бы внести сумму и как бы рекламить проекты. Здесь вот в платежке видим аккаунт баланс, Perfect Money Pair и FaucetPay. Так, давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Вот здесь опускаемся наша. Мой заработок, то, что вот я вчера зашла, я еще ничего не просматривала, это идет мои партнеры. Значит, вот здесь можно отследить своих партнеров. Вот у меня 5 человек ко мне пришло. И видим, да, что в глубину до 7 уровней здесь партнерская программа. Далее. Так. Выше. Вот здесь вкладочку кликаем. Наша реферальная ссылочка и баннеры. Сразу есть ссылочка на баннер. Пожалуйста. Вот я вчера ее запустила. Она у меня в работе. Она еще до сих пор в работе.
Далее, давайте я переведу на русский. Рекламные инструменты. Здесь достижения. Можно как бы рефералы, ПТС, кран, движение. Это все можно получать награды. Вот у меня. Так, пригласите 100 активных рефералов. Вот у меня 5 из 100. Нужно 100. Я тогда получу 0.50 TRX. Тут 500 рефералов. Ну, тут посмотрите. Далее на кране. Сколько? 100 кликов. Надо, наверное, набрать рулонов. Тут. Также это все просмотрите. Готов требовать. Это у нас кран. Можно собирать вот от 0.202 до 10 TRX. Разгадываем капчу. И кликаем. Поздравляем, ваше счастливое число такое-то. И я вот мне дали 0.202 TRX. Как бы и раз в час можно собирать. Это не надо купить умные рекламные пакеты. Далее просмотр рекламы. Рекламка просматривается быстро. Здесь мы зарабатываем от 0.202 до самая последняя. 0.305 TRX. Ну, давайте самую коротенькую посмотрим. Кликаем. Далее кликаем сюда. Возвращаемся. Загружается шкала. Ждем. Все, нам зачет. Закрываем вкладочку. Возвращаемся. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Очень все легко просматривается. Нету тут ни капчи, ничего. Так, что еще? А, короткие ссылки. Я на коротких ссылках не сижу, я их не люблю. Хотите, можно и здесь зарабатывать. Сейчас раньше обновится. Ну, здесь нет коротких ссылок пока. Так, что я вам здесь показала? Так, заработок я вам показала. Рекламить. Избранные текстовые объявления. Объявления с оплатой за клик. Шорт-линк. Войти объявления. Баннеры. Тут всевозможные. Значит, что я вам говорила? Здесь очень дешевая реклама. Здесь, значит, у нас заголовок. Краткое описание, реферальная ссылочка, ссылочка на баннер. Только для премиум членов нет, конечно. Кредиты 5 секунд от 0.202 TRX. Ставим сюда галочку. Нет, не сюда. Подождите. Нет, нам это не надо. Сюда мы ставим. И вот здесь мы кликаем, выбираем. Здесь по нарастающей. Сколько секунд вы хотите. Естественно, это будет все подороже. Так. И купить. Но прежде чем покупать, нужно пополнить рекламный баланс. Далее, что еще? Это реклама ПТС АДС. Так. Сейчас, подождите. И избранные. Вот. Также заголовок, реферальная ссылочка, описание и вот так. 1000 просмотров. Здесь, конечно, вот это подороже будет. Ну, я вот, как я вот это вот первое вам показывала, естественно, я буду здесь рекламить. На данный момент вчера стоил 1 TRX 13 центов, сегодня уже 9 центов. Ну, как бы это криптовалюта и
цена плавающая. Знаем, да, то, что то больше, то меньше. Курс идет у нас криптовалюты. Ну, здесь больше как бы и нет подтверждения платежей. Связаться с нами. Часто задаваем вопросы. Посмотрите. Здесь история вывода, депозита, заказа, настройки аккаунта. Здесь ничего такого нет. Здесь только пароль. Если сменить. Далее что? Когда будем выводить, тогда будем уже прописывать адрес кошелька, как бы. А пока здесь еще и нечего. Вот. И вывести TRX я вам уже показывала. Здесь появятся у нас вкладочки, когда будет минимальная сумма. И, естественно, это будет уже другое видео. Я буду писать видео по выводу, когда будет что выводить. У меня есть подобный сайт. Вот он. Я на нем хорошо работаю, зарабатываю. У меня уже минималка набрана. И также я даю рекламку здесь. Вот. Как бы. Ну, я уже не буду его показывать. У меня есть видео по нему, платит. И я смею предположить, что это от одного админа. Вот он создал второй сайт. И, естественно, я буду с удовольствием здесь работать. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим, друзья, мимо. Каждому свое. Вот. Кому-то нравятся такие проекты, кому-то нет. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.